это уже торнадо какое-то, это реально. Это не пыль. Торнадо должно было быть на уровне. Это же не видно же его, это воронки. Или в окно дается. Ооо, ну посудите. Ютуб рулит, да? Да этот, ну, типа, как он, выхорь? Не, выхухарь, блин. Может быть, делать. Я думаю, в том доме сейчас не хочется находиться. Я такого не видел. Это же как в этом, в Техасе там, да, сметает дома. Да, но у нас не то. Да, вон пакеты летают какие-то вообще, блин. А, я понял, там же индусы живут. Это, короче, индусы там призвали своих богов. Не, индусы чуть ниже живут. Так вот они здесь. У меня выезд через 20 минут. Ты хоть наземным транспортом? Да ну рассосется. Если что, вы летите здесь, окажетесь в Штатах. Так прикольно. Такое. Ты же в Штатах не была? Выкни там. Я была в Майами, нет. Поэтому я завидую. А поезд такой, ты приедешь домой, а он тебя выкинет где-нибудь в РФ какой-нибудь. Кто-нибудь хочет окошко открыть? Да, давай кинули открыть. Ощутимо, ощутимо. О, не, что-то оно как-то... Да нормальная температура. Не, ну явно, поэтому там вообще творится. Жесть. Фонды дали. Вас вот тут все. На гидропарке, да? Держись, не бойся. Не бойтесь, это ветер просто. Я снимаю.
Не бойся. Не бойтесь, это ветер просто. Я снимаю. Ветер, остановись. Ты упоину Вот такие вот облака. Очень резко изменилась погода в Киеве сегодня, 27 июня. Очень интересные облака. Мне уже интересно, что будет происходить. Кто-то боится, а как по мне, это красиво. Но дети не боятся ничего. Дети себе как играли, так играют, продолжают веселиться. Люди тоже. Никто не спешит никуда прятаться. А зря. Очень. Ох ты! Хоть стой и снимай. Что я снимаю? Такой оттенки такие. Вот, даже не знаю, как их писать. Видите, да, как быстро меняется небо. Вот такое ощущение, как лавиной облака. Но для меня это красиво. Это реально красиво. Не знаю, кто как это воспринимает, кто-то боится. Ну, хоть бы телефон у меня сейчас не упал с 4-го этажа. Вот небо. Я люблю грозу. Очень сильно люблю. Но это красиво, когда стихии в проявлении страсти своей. Ё-моё. Ух. Вот
красиво. Не-не-не. Что там по инглесу небо. В квартире вообще темно. Ну реально это все изменилось очень быстро. Очень быстро. Вообще не было никаких намеков на облачную погоду совершенно. Вот. Было утром чистое синее небо. Ветра никакого вроде бы не было. И тут бац, выглядываю в окно и вижу просто затянутое небо. Просто затянутое небо. Что же я пропустила такое? Узор такой сверкающий. Очень жаль, телефон не передает весь тот цвет, который вижу я. Вот я смотрю на небо и смотрю на телефон, вот в телефоне вообще чуть-чуть не та интенсивность. Света, оно на самом деле намного все темнее, чем вот в телефоне видно. И облака движутся достаточно быстро. А в телефоне этого почему-то не видно. Все, у меня все, телефон разрядился. Надо прекращать съемку. Ну, хоть такой момент. Ну, такой цвет у неба, я так... Нет, цвет такой сине-темно-бирюзовый. А здесь этого не видно. Там где-то, наверное, уже вообще ливень сплошной. Блин! Я не знаю, хоть на балкон залезай, чтобы это снять. Красота. Красота. Кайф. Ладно, я не просто, я пытаюсь сюда закрывать окна и выключать телефон. Уже дождь начинается. Ну-ну, а я же говорила, зря вы тут гуляете не спеша. Ага, теперь давайте. Кто куда? Под елочку. Не, под елочку нельзя. Блин, жаль, что у меня телефон сидит. О! Ладно, я буду держать до, наверное, самого последнего момента, пока телефон выключится. Или, наверное, мне лучше не снимать. Грозу с включенным телефоном, это как бы не полезно. Все должны знать, что во время грозы телефоны нужно выключать. Ой! Ё-моё. Погода сейчас так изменилась. Такой
ветер поднялся, сейчас чуть-чуть получше стало. Но такой ветрюган все позаливало здесь аж до сюда. Вот тут все мокрое, реально. Дождь шел, прям тут все пообливало. Такой ветер был. Даже давно дождя не было у нас. Сейчас ветер. Дождь начался. Сейчас собьет температуру. Капец. Там шатает все. Шатается жесть на балконе из-за ветра. Поэтому посмотрим. О, фига себе, гром. Капец. Посмотрите, что творится, а. Просто этого не видно. Снова же косой дождь бьется прям сюда. Еще трабл. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Опасно. Соболезную тем, кто сейчас добирается домой, потому что он все шатает, все заливает. Капец. Опасно, смотрите. Смотрите, что творится, капец. Просто. Смотрите, смотрите. Заливает баночки, спляночки. Стеной, стеной, смотрите, стеной просто. Все. Сумасшедшая походу, ляньте, ляньте. Просто, капец. Вон, столбом. Столбом льет дождь и ничего не видно почти что. Все, все заливает, видите, абсолютно. На балконе хрен с ним. Оно все сливается просто. Я реально показываю вам, какой ливень сейчас идет. Сумасшедший ливень. Давно, 3 недели дождя не было. Погода возбуждается. Дождь. Ух, ты, господи, намочил камеру. Все, все столбом, реально. Ребята, смотрите, что творится. Это с другой стороны. Не хочу открывать окно, но, блин, там, смотрите, все. Аж пенкой покрылся асфальт. Это ливень, сумасшедший ливень, или как-то... Сумасшедший дождь. Конечно, передавали, да, все, снижение температуры, но это капец, гляньте. Ух, ух, капец просто. Просто ливень. Просто ничего не видно. Сегодня 27 число. Это еще одна сторона. Уже все заливает. Охренеть можно. Вообще трабл. Смотрите, сколько воды. Ну, пофиг. Но все равно. Это все. Сейчас все сольется.